Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев. Сегодня на площадке ГТРК Карачаево-Черкесия состоялась горячая линия. Вице-премьер правительства Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко ответил на вопросы, связанные с водоснабжением, дорожной инфраструктурой и ЖКХ. Провела прямую линию Мадина Лайпанова. Какая тема наиболее популярна и о значимости общения с населением республики напрямую, расскажет Альбина Ламкова. Почти час эфира с актуальными вопросами и конкретными ответами заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесии Евгением Гордиенко прошли конструктивно. По данным Центра управления регионом, в органы самоуправления поступило 2798 обращений за 11 месяцев этого года. Из них 1205 касались отсутствия воды в разных районах республики. Поэтому начали программу с обсуждения этой темы, заметив, что почти в каждом районе есть те или иные проблемы с водой. Вопросов много остается. Они связаны, наверное, больше с тем, что у нас очень много водоснабжающих организаций на территории субъекта. В связи с этим правительством республики на прошлой неделе было принято решение во исполнение поручений главы республики о создании единой водоснабжающей организации, которая будет заниматься водоснабжением и водоотведением. В эту организацию будут аккумулированы все водоканалы, за исключением, которые сейчас находятся в частной собственности. Это и государственные собственности, и объекты, и муниципальные собственности. Также будет сформирован новый тариф, экономически обоснованный, который позволит функционировать этой организации полноценно. Затем поступил вопрос другой тематики от пенсионеров новоселов. Они проживают по улице Свободы. Мы жили по улице Даватора 58. Недавно получили квартиру по улице Свободы 62. В доме проживает много пенсионеров и инвалидов. С некоторых пор водоканал обязал всех жильцов дома передавать данные счетчиков потребления горячей и холодной воды по телефону в течение 3 дней с 20 по 23 число каждого месяца. В том случае, если это сделать не успевают, начисляются штрафные санкции в несколько раз превышающие сумму платежа. Насколько это законно и правомерно? Это незаконно. Я у себя пометил, мы разберемся с этой ситуацией. Было много вопросов. Безусловно, одни из самых острых касались жилищно-коммунального хозяйства. Так, ответ по вопросу переселения жильцов дома по улице Гутяколова, 7, был положительным. Поступил вопрос от работников культуры и искусств. А значит, спрашивают, будет ли в ближайшее время начато строительство здания театра? Да, будет начато со следующего года. У нас уже проектные работы по реконструкции этого театра завершены. Проект прошел государственную экспертизу. Тема замены лифтов становится все более актуальной, так как речь прежде всего идет о безопасности людей. Вопрос поступил из микрорайона Московского. Вообще у нас реализуется программа по замене лифта. Ну, естественно, она поэтапная. Разом мы не можем менять, но лифты меняем. Давайте адрес я узнаю, и мы ответим, когда конкретно в этом доме будут заменены лифты. Еще одна проблема, которая влияет на качество жизни людей – состояние дорог. Поэтому вопросы дорожной инфраструктуры не остались в стороне. Так, в ауле Верхняя Мара идет ремонт дороги к населенному пункту. Жителей также волнует вопрос о ремонте дороги в самом ауле. Эта дорога называется у нас Кисловодск-Карачаевск. Мы ее начали ремонтировать 2 года назад. И на этот год у нас 8 километров подлежит ремонту. Работы уже завершаются. На следующий год у нас запланирован 10 километров по этой дороге. Естественно, и до Ула Верхняя Мара мы тоже дойдем. Прямой диалог с населением лучше любой статистики. Это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать практические действия представителей власти всех уровней. Именно поэтому глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов дал поручение всем министерствам проводить горячую линию на регулярной основе. Альбина Ламкова, Евгений Лохвицкий, «Вести Карачаево-Черкесия». На автовокзале Черкесска сотрудники Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии встретили граждан России и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. В регион прибыли 6 человек, из них 2 дети. Специалисты чрезвычайного ведомства организовали сопровождение соотечественников в Карачаевск. Их разместят у родственников.
Прибывшим гражданам оказана психологическая поддержка. Напомним, в Каире работает оперативный штаб. Людям оказывают необходимую психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Помогают оформить необходимые документы. В третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий. Почти два десятка лет назад Генеральная Ассамблея ООН предложила выделить в календаре дат тематический день. О его важности для Карачаева-Черкесии нашему корреспонденту Артуру Мхце напомнили сотрудники Республиканской госавтоинспекции. В Карачаево-Черкесии с начала текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погибли около 60 человек. Причин немало. Кто-то сочтет, что во всем виноваты более качественные автомобильные трассы, которые безопасными являются лишь по документам. Иные назовут виновником технологический процесс, из-за чего на улицах немало скоростных, а значит опасных автомобилей. И все же самым, пожалуй, важным фактором увеличения статистики смертности и травматизма является незнание участниками дорожного движения правил или нежелание следовать им. Республиканские автоинспекторы решили напомнить водителям и пешеходам о том, что те во избежание печальных последствий сами должны соблюдать свод требований. В дорожно-транспортных происшествиях погибло 55 человек. Эта цифра довольно-таки большая для нашей республики. Конечно, если задумаешься, это очень такие страшные цифры. Посему сегодня мы решили принять участие вот в этой акции, для того, чтобы поддержать людей, которые нуждаются в помощи, в том числе и людей, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, выступив в качестве доноров и сдав кровь. День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий появился в международном календаре дат в 2005 году по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Таким способом было предложено напоминать всем, кто пользуется транспортом или переходит проезжую часть, что правила составлены именно для безопасности. Полицейские Карачаево-Черкесии постоянно участвуют в различных, в том числе профилактических акциях, чтобы объяснять пешеходам и водителям о необходимости быть внимательными. На этот раз автоинспекторы посетили региональную станцию переливания крови. Они всегда периодически приходят и помогают нам в помощи, оказании помощи больным, реципиентам, сдают кровь и вот участвуют во многих акциях. Они у нас и донорство крови, и автомотодонор, акция доброты. Если не считать, что у нас больных много гематологических, онкологических, это вот у нас доноры первого порядка идут, а второго порядка у нас, конечно, много ДТП. Кому, как не медикам, знать, насколько ценными являются подобные акции для спасения здоровья и жизни людей. Конечно, сами правила с кровью не передаются, но если участники дорожного движения будут в курсе, что различными мероприятиями полицейские стараются убедить людей быть осторожными и уважать окружающих, может тогда на улицах региона станет безопасней. Проводя вот эту акцию сегодня, мы также хотим, конечно же, напомнить нашим участникам дорожного движения. Это касается как пешеходов, так и водителей, так и пассажиров транспортных средств, чтобы они все выполняли свои обязанности, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Каждый должен выполнять свои обязанности тогда, когда он выступает в качестве участника дорожного движения. Если каждый у нас будет делать то, что ему полагается по закону, конечно, у нас ситуация будет более праздная, скажем так. Да, и дорожно-транспортных происшествий именно вот с такими тяжкими последствиями. И, конечно же, у нас трупов будет гораздо меньше. Потому мы стараемся больше работу проводить именно по профилактике. Хочется обратиться к нашим водителям. Пожалуйста, не пренебрегайте вот этими простыми, казалось бы, правилами дорожного движения. В обязательном порядке соблюдайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, боковой интервал. И ни в коем случае не садитесь за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это касается как алкогольного опьянения, так и случаев, когда у нас водители употребляют вещества запрещенные. То есть, и некоторые из них считают, что это не считается за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Человек в любом случае уже не контролирует себя в таком случае. По статистике, примерно половина всех случаев смерти происходит среди уязвимых пользователей дорог, пешеходов. Темное время суток, туман, скользкая трасса – это и многое другое может оказать существенное влияние на судьбы участников дорожного движения. Поэтому стражи порядка напоминают о необходимости всегда следовать букве закона, соблюдать правила. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.
Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура ночью минус 4, плюс 1. В горах до 9 градусов мороза, а днем 6-11 выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесске без осадков. Ветер западный с переходом днем на восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью минус 1, плюс 1, а днем 9-11 градусов тепла. С 20 по 24 ноября с 10 до 13 часов в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева будут проходить приемы граждан по вопросам ЖКХ. Участвуют представители Министерства строительства и ЖКХ Республики, Управления Госжилнадзора, управляющие компании 21 век и УК ЖХ. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу город Черкесск, Ленина, 154 или по номеру телефона 20 12 12. Педагоги Башкирии делятся своим опытом преподавания с коллегами из Карачаево-Черкесии. Почетных гостей встречали в Институте повышения квалификации работников образования города Черкесска. В течение двух дней участники планируют обсудить такие проблемы, как дефицит педагогических и руководящих работников на примере Республики Башкортостан, методы и технологии командной работы со школьниками и другие вопросы. Цель мероприятия – повышение качества образования, престижа профессии педагога и формирование единого образовательного пространства подготовки педагогических кадров, говорили на открытии мероприятия. В КЧГУ имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием на тему «Идеология. Практика последствий национальных репрессий в СССР. Карачаевский вектор». В мероприятии участвовали представители органов власти, общественные деятели из городов России и нашей республики. Из Карачаевска – Алихан Липшоков. Эта конференция является эффективной площадкой для обмена мнением ученых, общественности, представителей органов власти, которые принимают важные решения по развитию народов республики, отметила, открывая научное мероприятие, исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов. В своем выступлении он также подчеркнул, что данная встреча позволит взглянуть на историю национальных репрессий с разных сторон и раскрыть в научных трудах ученых важные аспекты трагических страниц истории нашей страны. Сегодняшнее наше мероприятие, как мы уже сказали, выходит за рамки по своей тематике, значимости, за рамки чисто научного интереса ученых-исследователей. Оно имеет значимый общественный интерес, потому что затрагивает очень важный социальный нерв, связанный с незаживающей раной истории карачаевского народа, карачаево-балкарского народа, а если так, то в истории и в памяти и других народов Карачаево-Черкесской республики. От имени главы республики всех участников поприветствовал первый заместитель руководителя администрации главы правительства Карачаева-Черкесии Марат Хубиев. Он отметил, что трагедия депортации не должна использоваться для разобщения российского общества, и подобные события не должны больше повторяться в истории наших народов. Повлияли эти репрессии на дальнейший уклад жизни репрессированных народов. Но я считаю, самое главное во всей этой работе, которая предстоит, изучить вопрос, чтобы эти факты истории не стали инструментом в идеологической пропаганде врагов России по разобщению нашего общества. Я желаю всем участникам конференции плодотворной работы, ну и самое главное, я желаю интересных и современных решений данных вопросов. Представители общественных организаций в своих выступлениях отмечали, что депортация во время сталинского режима стала трагическим событием для народов Северного Кавказа, которое нарушило целостность и единство наций, проживающих в республике. Когда во время высылки женщины из черкесских сабазинских аулов приезжали в карачаевские аулы и дома, которые были в плохом состоянии, наши вот старшие рассказывали, они там их мазали, белили. И когда на вопрос, зачем вы это делаете, они же пустые дома, тут же нету жителей. Они говорили, мы верим, что они вернутся, и когда вернутся, они очень обрадуются. И вот эти примеры дружбы, когда вот эти женщины задавали такой тон,
они долгое время сохранялись. В онлайн-режиме в конференции приняли участие представители карачаевских диаспор Киргизии и Казахстана. Ученые выступили с докладами и выражали уверенность, что подобные конференции способствуют сохранению исторической памяти и осознанию трагедий, связанных с депортацией народов СССР. Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка все вместе». Всего доброго и хороших выходных.